Друзья мои, всем привет! Я сегодня делаю такой внеочередной выпуск для того, чтобы поделиться с вами вот моим приобретением. Вернее, это приобретение у меня давнишнее, но сейчас я их приобрел много штук, таких вот сумок. И хочу рассказать вам, что это за сумка, чем она так замечательна. Она замечательна тем, что она очень хороша в походах, в путешествиях. Я вот уже сезон заканчивается, я пользуюсь такой сумкой, и этому несказанно доволен, потому что она очень разнообразна по своим функциям, очень объемна. Ну, сейчас я покажу вам ее поближе. Сумочка выполнена в камуфляжном цвете таком и состоит как бы из двух частей. Сама сумка, ее объем, если возможно его посчитать, около 5 литров. Размер, не взял с собой линейку, померю дома. Сама сумка и подсумочек, который можно использовать, можно не использовать. Можно его отстегнуть, он будет у вас отдельно. Подсумочек этот маленький, но для смартфончика, телефона небольшого, визиток, там, я не знаю чего, блесен отдельных, если вы рыбак, он вполне сгодится, такой подсумок. Что мне еще нравится в ней? То, что есть альтернативное крепление, так скажем. Можно ее носить на плече, как обычную сумку, можно носить на поясе, как на бедренную сумку. И то, и другое убирается, можно снять через карабин этот поясок, а ремни, которые на поясе, тут можно спрятать вот сюда и застегнуть на замочек, и они вам мешаться не будут. А можно, как я делаю, совмещать эти два способа для того, чтобы уж точно не уронить то, что там находится. Я ношу в этой сумке камеру и массу еще других вещей. Сейчас здесь у меня лежит плащ. Плащ лежит у меня здесь в ней. А вообще в нее влазит, проверено, две полторашки, ноутбук, десятка таскается в ней. Еще масса всяких разных причиндал. Сколько здесь карманов, я даже не знаю, сейчас посчитаю. Так, вот маленький карманчик, начнем с него. Сюда может лезть, ручка, наверное, для ручки. Если вы занимаетесь всякими квестами, тактическими играми, то это для вас. Так, один карман. Второй карман. Замочки все работают нормально. Во втором кармане здесь у нас еще внутренние маленькие кармашечки есть. Может пригодиться, может нет. Для мелочи, для какой-нибудь. Шнуровка, вот это мне тоже нравится. Можно под нее что-нибудь запихивать, что прям вот непосредственно близко для рук и в любой момент может понадобиться. А может она используется для того, чтобы при сумке полупустой просто ее собрать, чтобы она не занимала много места. И основной карман, самый большой. Сейчас у меня здесь лежит плащ. Неудобно за рукой работать. А говорю, что сюда вмещается масса вещей. Сумка очень-очень объемная. И между тем смотрится неплохо. Она не выглядит огромной, когда она на вас. Еще один карманчик боковой. Тут сейчас и денежки держу, и телефон. И еще сеточный карман с другого бока. Сюда можно ставить, бутылку или что вам придет в голову. Вот такая вот сумочка. Ремешки регулируются по длине. Пряжечки эти вот достаточно надежные. Открываются одним движением, если нужно. Удобно еще тем, что можно ее носить прямо за спиной. Прям за спину ее передвигаете, и все. И она как типа небольшой рюкзачок у вас. И, например, влезть куда-то в гору, да, она впереди будет мешаться. Назад перекинули, и все. Мне нравится еще и тем, что при поясном креплении убирается вес с плеч. Допустим, у вас за плечами рюкзак тяжеленный, и килограмм, 5 можно отложить сюда тяжелых вещей, и будет нагрузка чисто на бедра. Если вам понравилась сумка, звоните, пишите мне, я вам ее помогу приобрести, и это будет гораздо дешевле, чем заказывать, например, у китайцев.